участницей становится Валентина Бородюнко! И звание мисс Блокнот вместе с диадемой и денежным подарком в размере 50 тысяч нашей победительницы. Громкие аплодисменты Алевтине! Я потому что не просто так пришла в этот конкурс и по течению, скажем, плыла. Я совершенствовалась, я что-то репетировала, тренировалась, я старалась делать себя лучше, и усилия не прошли даром. По результатам голосования вице-мисс Блокнот становится Разия Турдулкасимова. Давайте громче поаплодируем! Расстроила? Очень. Сильно. Ну, честно, я рада за Алевтину. Ну, конечно, расстроилась. Потому что, ну, любая из нас хотела победить. Мисс Очарование! Наташа Калюжная! Расстроилась? Нет. Да нет, конечно. Если не Алевтина, то кто должен был победить? Я считаю, Алевтина достойна победы. Это жесткие соревнования. Продолжи строчки. Для меня блокнот – это? Наверное, новая страница в моих участиях в конкурсе. Ну, это тема огромное спасибо. Еще, честно, нет, но судя по тому количеству сертификатов, которые нам выдавали, огромное спасибо, правда, очень приятно. Нет, огромное спасибо хочу сказать организаторам. Все этапы конкурса мне очень понравились, было очень интересно. Правда, спасибо. Пробуйте себя в новых начинаниях. Никогда ничего не бойтесь и не смотрите вообще на чужое мнение. Стоит ничего бояться и обращать внимание на какие-то другие дурные высказывания в ваш адрес. Люди, они всегда что-то говорят. Вы двигайтесь вперед, несмотря ни на что. Если хотите где-то участвовать, что-то пробовать для себя новое. Идите к тому, чего вы хотите. Совершенствуйтесь, ничего не бойтесь.